Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 16. Два друга взяли в библиотеке одинаковые книги. Один читает 8 страниц в день, а другой 9 страниц в день. Кто из них прочитает эту книгу раньше и насколько, если всего в книге 360 страниц? Первым действием мы узнаем, сколько дней потребуется первому мальчику. 360 разделим на 8. Получим 45 дней. Вторым действием мы узнаем, сколько потребуется второму мальчику. Для этого мы 360 разделим на 9 и узнаем, что ему для прочтения потребуется 40 дней. Так как первый мальчик читал больше дней, мы от 45 отнимем 40 и узнаем разницу – 5 дней. Ответ. На 5 дней первый друг прочитал быстрее второго. Заполним таблицу. За 45 дней первый мальчик, читая со скоростью 8 страниц в день, прочтет всю книгу. Второй мальчик читать будет на одну страницу в день больше, то есть 9 страниц, и ему для прочтения этой книги потребуется уже всего 40 дней. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.